Всем привет, дорогие друзья! Сегодня я вам расскажу про интересного муравья. Компанотус митис его зовут. В Юго-Восточной Азии и в Китае они живут. По размерам они совсем уж и не малы. Матка от 14 мм, рабочие от 8. Черно-коричневый окрас, длинные лапы и вытянутая форма головы. Говорит, что агрессивны они и быстры. В колонии этой моногиния. Наличие лишь одной яйцекладущей матки. Нет места в колонии другой кандидатке. Строят свои гнезда в почве или под камнями, довольствуясь обширными степями да полями. Эти муравьи подходят для новичков с небольшим опытом содержания муравьев. Чтобы колония Компанотус митис развивалась быстро и правильно, нужно разнообразное питание. На начальных этапах развития муравьи в меру пугливы и кипишные, но палец не в рот не суй, а то откусят родные. Требуются средний или большой формикар и спасенные арены для еды и охоты, чтобы муравьям жилось хорошо и не было для тебя и для них заботы.